делали. Да ты багришь хлебом, блядь. Нет, не багри, вот нет следа. Тут есть тут следы, блядь. Твои уже нет. Вот, вот его, видишь, за морду. Давай, да, за морду. Наверное, не видел, согласен. Сейчас уронишь, блин, давай, клади. Держу. Зафиксировали. Давай, старайся там справься. У меня тут вылазить тяжело. Есть. Хорошая. И дальше еще одна стоит. Новогодний Redhead. Нужен будет подсак. Мотай, мотай, быстрее, быстрее, быстрее. Все, 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 подсак. Палку аккуратно. Двушечка должна быть. Ну вот такой первый сегодня за утро нормальный судачок. Вот на такой углерочек. Есть. Смотри, надо отсюда начинать, вот дальше еще стоят. Сюда сместился. Так, нашли его. Будем начинать от кустов и идти сюда. Здесь вроде стайка стоит. Поменьше. Хотя там что-то по силуэту вроде бы нехилый. Что, он наверх вышел? Наверное, кило 100, кило 200.
на сопле висит, на сопле висит, на сопле висит. Так, ну вот еще один клыкастик. Нашли мы его. Сейчас посмотрим, сколько мы набьем за час. Одинаковый ставишь, ловить не будет. Так все. Ты мне дай белый тогда. Так все пацаны говорят. Ну что, посмотрим, что сейчас будет на следующей дорожке. В одном и том же самом месте два их взяли. Куда-то они делись. Есть. Так, что-то еще. Третья дорожка, третья рыба. Вроде поменьше. О-о-о! Может, и не поменьше. Так, либо-либо у меня бестолковый, блин. Давай подстрахуй на всякий случай, посмотрим, кто это. Угу. Тряпок все-таки засадил. Чуть поменьше. Ну что, еще один клыкастик, третий. Минут, наверное, это все за 15 пока. 46 сантиметров, даже больше. 46 сантиметров. Вот такой стандарт. Самая вкусняха. Это кило 200, кило 300, наверное, где-то так. Спускаюсь чуть ниже, чем он берет. Здесь ямка, может быть, в ямке что-нибудь покрупнее завалится. Начинаю с ямки, 8 с лишним метров, там 9, даже 8,5, 8,7. И сюда вытягиваем. Отпуск где-то 60, может быть, даже побольше метров. При таком распуске воблер достает почти до 9 метров. На плетне 0,18. Вот они стоят. Четвертая дорожка. Поднялись на глубину 7 метров, 6,9, 6,8, 7,
6,6 вот. Похоже, мы стайку шуганули. Куда-то она сдвинулась. Ну что, друзья, вот и закончилось наше очередное утро. Вот, с утра мы решили поджиговать, отвесом половить. Особо ничего у нас не получилось толком, поклевки были. Но, скорее всего, это бершовые какие-то такие невнятные были поклевочки. Теребунька не такое. Парочку у меня было судачек поклевок, не реализовал. Вот, в двух местах стояли, много времени потеряли, а толком ничего так и не поймали. Вот, здесь, значит, нашли стайку, на троллинг половили, вот несколько хвостов взяли, вам показали. Вот все, что у нас на сегодня получилось. Если бы, наверное, не джиг, не отвес, то, наверное, мы бы поймали бы, как обычно, в те раза. Вот, а так вот, как сейчас есть. Палочки я использовал сейчас с отцом Monster Pike от компании Nautilus до 106, до 150 грамм. Если мне память не изменяет. Да, 100-150 грамм в размере 2.02. Палочка реально очень имеет хорошую чуйку, легкая, отлично подойдет, как говорится, женам, детям, ну и нам, мужикам. В принципе, вот сейчас ловлю с ней уже сколько, 3-4 день, и реально очень-очень доволен. От души рекомендую данную палочку, чуйка бомбическая, палочка такая, ну, в меру жесткая. Отлично протаскивает и бандосов, и агрессоров, и тронов, то есть любые приманки, и маленькие приманки, более мелкие, шерпятые. Вот, то есть палка реально универсальная. По поводу того, что сможет она выдержать там какую-то супер крупную рыбу, там типа сама там на 30-50 килограмм, не могу сказать. Вот, но с судаками на трешку она вполне отлично справляется. Думаю, и пятачки, судачки, значит, отлично ей вываживать, я думаю, что и крупных щук. То есть палка создана именно под крупные джерки, ну и называется Monster Pike. То есть, да, там это щучья тематика под большую щуку. От души рекомендую. Катушки у меня в этой поездке — это Комодо SS от Акума и Citrix 300 серии. Катушки я поставил, на катушке я поставил силовые ручки. Вот, с ними намного комфортнее и намного удобнее. Также от души рекомендую. Катушки не дешевые, но очень-очень качественные, очень мощные и легкие. Они хорошо сочетаются с троллинговыми палками, легко, отлично лежат в руке, не перевешивают никуда, баланс у них отличный. Если из дешевых катушек, из более дешевых, то могу порекомендовать это как он, конвектор, он с счетчиком, и, значит, с AliExpress, это Allegis 300. Вот. Но, скажу честно, мне больше нравится Citrix 300 серии и Комодо SS. Это мое мнение, мне они больше подходят, мне они больше нравятся, я ими больше люблю ловить. Отец сейчас ловит с конвектором, он счетчиком, тоже, в принципе, как бы доволен. Что, друзья мои, а мы домой отдыхать. Увидимся в следующих сериях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, на что знаю ответ, отвечу. Всем пока. Итак, друзья, всем привет. Очередное утро. Сейчас двинемся, скажем, на границу с ямой. Будем идти агрессорами, тронами. Дорожить будем именно ими. Проходить по глубинам где-то от 7 до 9 метров. До 8 с лишним, скажем так. Вот. Вчера у нас вроде неплохо получилось. Сейчас хотим это дело закрепить. Судак ловится. И ловится довольно-таки неплохо. За выход приличное количество судака получается поймать. Вот. Но пока сильных трофеев особо нет. Вот. Мелочи, к счастью, тоже особо нету. Судак идет стандартный, где-то в районе там, ну, 40 с лишним сантиметров. От 40 с лишним до 60 с лишним сантиметров. Вот так. Так что, друзья, рыбалка, в принципе, в целом довольно-таки неплохая.
Но пока, повторюсь, без сильных таких трофеев. Будем пробовать сейчас упираться в эти ямы, ходить по ямам, по границе с ямами. Вот, и будем ставить именно агрессоры, троны. Они, ну, приносят более чаще именно трофейную рыбу. Очень много пуха местами, скажем так. С этой стороны вроде бы поменьше. Так, все, 8-метровые агрессоры. У меня зеленый, желтый, батя бронза. Вчера неплохо отработала. Погнали, глубины от 7 до 9 метров. Хороший, да? Похож, да. Ух ты. Тихо, торопись. Судьбу. Что-то хорошее. Забагрил? Забагрил, да? Сейчас отпустим, блин. Тихо. Извини, блин, дружище. Мы нечаянно, блин. Эх. Не, братан, блин. Дай бог ты выживешь. Так, вот они стоят. Лукастики. Так, опять бронза, опять агрессор от Герман. Блин, у меня Халка оригинальная там стоит, и что-то... Нифига. Ну, цвет, конечно, очень удачный. Не сильно что-то крупное, да? Судачок. Давай, открывай это. Открывай. Так. Такой цвет. Прям реально удачный. У меня, к сожалению, один такой. Там просто должен работать, блин, почему? Так, стоим. Где у нас? Там, наверное. Э,
повис просто. Подбор цвета это рулит. Бля, сейчас соскочит. Блять, сошел, ебаный ты, что же за день такой, а? Вот он стоит. Очень много сходов, да. За хвост что-нибудь берет. Так, рисковать больше не будем, давай с пацаком. Конечно, не шибко трофей, но... Давай, готовься. Пипец, вот как он прям за хвост берет. Предыдущий был намного тяжелее и прям сошел очень быстро, блин. Тихо. Вот такая клыкастая морда утренняя. Стандарт такой. Давай. Трындец, что-то такое выдрижь, блядь. В садок, блядь. Сама в садок, это вообще офигеть, блядь. Там же есть нечего, блядь. Голову отрубил, хвост отрезал, одна котлета, блядь. Ну и нахрена его забирать? Позорище, ёпт. Патычка, знаешь, каким? Дю-дю. Яма работает. Значит, все, упираемся в агрессора. Там как близко будет, скажи, если быстро. По идее, должен успеть.
как бы не багрис, говоришь, тюк-тюк как-то непонятно. Багр, наверное. Нет. Давай. Ну давай, что-то снимай его. Сходов много, Серег. Сходов много. Прям за хвостик берет. Ну вот такой кокастик, еще один утренний на агрессор. Папа тут повис. Или багр, непонятно, значит, без поклевки. Нет, 40 минут. Ракет, да. 41. Нормально. Как писать? А вон и нет. Пол воды почти взял. Да, воду.